Всем привет, кто смотрит данное видео. Рада с вами познакомиться. Это Елена Кононова, соучредитель компании ИП. И лидер компании, топ-лидер, скажу, Сибгатулина Лилия. И тут должны быть аплодисменты. Итак, сегодня мы вам расскажем более подробно маркетинг-план для того, чтобы вы поняли, какие возможности хранятся здесь, сколько денег здесь можно зарабатывать и какие стратегии лучше использовать для входа. Поехали! Начнем, наверное, с того, что наша компания использует маркетинг-план бинарно-матричный. Он связан единым механизмом, то есть один маркетинг без другого, он не может взаимодействовать. Здесь... Да, я продолжу, потому что мы в нашей компании, в Agile Tour System, продвигаем интеллектуальный продукт. И благодаря вот этому прекрасному механизму мы сегодня можем зарабатывать большие деньги. Итак, сегодня начнем мы первые. Да, мы вам объясним. Вот смотрите, интеллектуальный продукт, он упакован у нас в систему модулей. Модулей всего 7 штук. Модули – это те самые матрицы, о которых вы все прекрасно знаете. Матрицы. Называется тренар. Матрицы, да, называются тренар. Их 7 штук. Каждый тренар у нас выглядит одинаково, то есть имеет в себе 12 мест, да. Где вот это вы, под вами идет 3 человека, и под ними по 3 человека, то есть всего 12 человек. И таких у нас матриц под названием тренар всего 7 штук. Но мы хотим говорить о том, что как здесь можно сегодня заработать, потому что как раз видео пишем для тех, кто сегодня вопросами конкретными интересуется, и уже для вас пишем это видео по этим всем вопросам. То есть они у нас записаны, чтобы вы быстро поняли, в чем заключается фишка, как здесь можно зарабатывать на продвижении продукта. Итак, у нас сейчас есть матрицы, в этих матрицах упакованы вся система обучения, и самое интересное, что это двухуровневая матрица, двухуровневое вознаграждение, да? Где в первом уровне у нас 10% вознаграждений от стоимости обучения, а у второй линии 90% всех вознаграждений идет на выплаты. Но это интересно, это очень классно, но у нас самое интересное припасено далее, потому что мы хотим зарабатывать на многоуровневом маркетинге, где можно бесконечно и без конца получать от команды. Неважно, кто кого пригласил, все вознаграждения по маркетингу. Итак, как попасть в этот высокодоходный многоуровневый маркетинг с двухуровневой программы? Об этом сейчас мы расскажем. Лиля? Ну, для начала, наверное, для того, чтобы было все-таки понятнее, мы немножечко заострим внимание еще на наших модулях. Итак, смотрите, здесь вот вы приобрели себе, допустим, модуль, давайте будем брать на примере, за 1000 рублей. За 1000 рублей. Чтобы вам было понятно в цифрах, будем смотреть на таком округленном, так скажем. Вы купили себе модуль обучения за 1000 рублей. Соответственно, вы у кого-то, у своего спонсора и у его вышестоящего спонсора отобразились на каком-то из этих мест. Какое у него на данный момент свободное. Соответственно, вход от входа ваших вот этих вот от 1000 рублей сразу же у вас начислилось на 3 электронных кошелька, где 10% у нас уходит сразу же автоматически в компанию на развитие, то есть это промоушены, подарки, поездки, саммиты, подарки, в общем, все-все-все. Потом 10% уходит одному из партнеров и 90% от оставшейся суммы уходит другому партнеру. Вот, допустим, вы заняли место вот здесь. Соответственно, 10% от суммы вашего входа ушло вот сюда, и 90% ушло вот этому человеку. Деньги начисляются по маркетингу вне зависимости от того, кто кого пригласил. То есть, если, допустим, этот человек пригласил вот этого вот сюда, 10% вот этот человек все равно получит, получается, что даже на полном пассиве. То есть, если этот человек у вас просто купил обучение, ваши люди потом пойдут под него и будут приносить ему по 10% каждый. Вам же, в свою очередь, ваши люди принесут по 90, вот так вот, 3 раза. Соответственно, смотрите, какая ситуация здесь может быть, когда мы говорим о том, что может происходить в матрицах. Вот возьмем фиолетовый маркер. Смотрите, допустим, вот этот человек, он тоже стал активным. И у него, в свою очередь, выстроилась первая линия тоже. Так как здесь всего лишь двухуровневый маркетинг, вы зарабатываете только с первого и со второго уровня, да, относительно вот именно вас. Смотрите, значит, вы уже с этого уровня не зарабатываете. С этого уровня зарабатывает, соответственно, 3 раза по 10% заработал вот этот человек.
И три раза по 90 получил вот этот человек, который еще даже не успел пригласить ни одного человека. Вот это вот называется шумящие на весь интернет переливы. Которые все очень любят. Все очень любят. Да. И самое что интересное, что бывают такие случаи, и на самом деле это не редкость, что вот такие вот люди, которые пришли, допустим, просто обучаться и ничего еще не делают, либо просто учатся, либо просто у каждого, как сказать... Цели разные у всех свои. Во-первых, цели разные, во-вторых, у всех темп работы разный, кто-то запрягает очень долго, кто-то вообще запряг и не поехал, кто-то запрягает, как мы, очень быстро. Вот. И, допустим, вот пришли три таких же движовых человека, как мы с Еленой, быстренько построили вот так вот себе первые линии. Заработали 840%, сколько у нас процентов? Нет, мы заработали по 10% каждый три раза. Вот смотрите, для этого человека закрылся весь его модуль. Весь вот так вот его модуль. Весь его цикл, да, цикл называемый. Да, и ему система, вот деньги ему все начисляются за каждого партнера моментально на кошелек. И он автоматически, система ему с дохода покупает опять модуль и приносит его к нам. То есть система автоматически все равно его переводит всегда к нам по реферальной привязке. Да, всегда будет за спонсором идти тот партнер, которого он пригласил. Но самое главное здесь, в принципе, другое, да? Самое главное здесь другое, что помимо того, что он возвращается вот сюда еще раз и приносит нам повторно деньги, он заработал, соответственно, мы заработали. Он еще и на более дорогие модули наши, на более дорогие матрицы тоже к нам приходит и приносит нам опять деньги. И опять могут под ним возникнуть активные люди, опять его закрывать, и, в общем, это будет бесконечный доход. Без конца и края, да, да, процесс. Но самое крутое, что здесь по закрытию вот одного вот такого вот цикла всех 12 ячеек третьего модуля, то есть третий модуль именно у нас такой ключевой, когда третий модуль закрывается вот таким вот одним циклом, нас система автоматически куда уносит? Нас система автоматически переносит в многоуровневый маркетинг, это бинар, где сегодня можно получать от всех команд вознаграждение, неважно, кто кого пригласил. Мне это больше всех нравится, если честно. Поэтому мы сегодня активно развиваем именно бинар. И акцент делаем именно на бинаре, потому что все вот эти большие-большие вознаграждения, деньги, которые все хотят заработать, они находятся, естественно, здесь. И очень нравится, что все, что происходит в тринаре, автоматически все равно при закрытии третьего модуля все равно все идут. Все, кто находится в глубине, они все ныряют в бинар за тем спонсором, вообще в той команде, которая находится. Да? То есть, если вы являетесь спонсором и вы заняли место в бинаре, то, соответственно, все, кто находится в многоуровневом, там, в матричном контексте, как говорится, да, где вы, в принципе, получаете только с двух линий, то вся глубина окажется вот здесь, в бинаре, Лиля, нарисуй, потому что именно бинар вот дает возможность получать со всей структуры до бесконечности. Вот это самое интересное, о чем сегодня мы хотим говорить. То есть, в принципе, весь ход начинается с матрицы тринар. В тринаре покупаем обучение, развиваемся, рассказываем об системе обучения, расширяем свои структуры. Но сами деньги, вот большие деньги, находятся вот в этом большом маркетинге под названием бинар. Совершенно верно. Как я сказала ранее, у нас есть тринар, матрично-бинарный маркетинг, который связан между собой. И что, работая только, допустим, на матрицах, вы в любом случае при закрытии третьего модуля первым кругом сразу же автоматически переходите в бинар. Система вам с вашего дохода может активировать либо семиугольник, либо треугольник. Выгода, очевидно, от семиугольника. Чуть позже мы это с вами разберем. Итак, что же происходит здесь? Вот, допустим, на примере мы разбирали, да, что с матриц мы получаем только с первого уровня и со второго. И, допустим, если у вас вот здесь вот где-то есть активные люди, и строится вот так вот команда у вас там вниз, вниз, там кто-то пригласил, там кто-то пригласил, вы эти деньги не зарабатываете, только когда у вас занимаются места первой и второй линии. Вот здесь вы зарабатываете. Там зарабатывают уже ваши партнеры и те люди, кому, в общем-то, попадают новые партнеры. Но вся суть в том, что вы всю свою глубину до бесконечности будете всегда отслеживать в бинаре. То есть, что такое у нас бинар? Это у нас левая сторона, левая команда, это у нас правая команда.
Здесь вот у нас выстроился семиугольник. Все наши партнеры и партнеры наших партнеров автоматически вот так вот друг за другом тоже так же, либо треугольниками, либо семиугольниками будут падать у нас, и мы будем зарабатывать со всей глубины до бесконечности при срабатывании бинарных пар. Обратите внимание, какие здесь обороты финансовые. Мы покупаем не одну ячейку, как в стандартном, да, форме бинара, то есть мы покупаем сразу семиугольниками, то есть каждая ячейка стоимостью $100, мы, когда семиугольник берем, оборот делаем $700 сразу же с одного человека. Вы заметите, что ну, бинарные пары как строятся? Слева-справа появился человек, бинарная пара схлопнулась. Тут хлопается сразу же от двух людей 7 бинарных пар. Это очень круто. Понимаете, какой оборот, какие перспективы от команд? Смотрите, когда у вас, допустим, в матрицах отображается один человек, он вам приносит вот тут вот 10%. Когда же у вас, допустим, отображается вот здесь один человек, у вас уже висит здесь сразу же на 3 аккаунта $700. По $700, соответственно, с одного только семиугольника. Для начисления, бинарного начисления. Для бинарного начисления. Когда у вас появляется второй партнер, также здесь вы получаете опять там 10%. И если он у вас отображается в бинаре, то есть сразу же зашел заходит в бинар, он у вас вот здесь вот отображается семиугольником, и что происходит? У вас вот для этого аккаунта сразу же срабатывает 7 бинарных пар. Сразу же 7. Вот они идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, и по нашей таблице у нас сразу же происходит начисление вот на этот аккаунт за бинарные пары. На тот момент, сколько там идет процентовка именно по количеству, по наполненности бинара. Наш бинар является бесконечным, нерушимым, абсолютно безрисковым инструментом, просчитанным в таблице Excel, которые уже просчитывали, были у нас такие кандидаты, которые, да я просчитаю ваш бинар, он нарушимый, вся... В общем, там есть простейшая математика, которая доказуема, которую считали уже и математики, и айтишники, и программисты. В общем-то, поэтому... Все умники, короче. Да, все, все умные умники считали, и мы тоже, кстати. Но мы девочки. Мы могли ошибиться, но умники не ошибаются. Да, да, да. Вот. Далее, когда партнеры ваших, вот этих вот партнеров, первая линия ваша, пятая, десятая линия, отображаются все вот так вот внизу, на той вот там вот глубине, все вот туда там покупают вот эти вот аккаунты, кружочки вот эти вот, аккаунты, 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 строят бизнес, здесь отображаются, вся структура партнеры. Летит слева вся. Направо, слева направо. Все, слева направо, сверху вниз, да, летит структура. У вас до бесконечности, на всей глубине, когда у вас будет 1000 партнеров, 2000 партнеров, за каждого партнера вы будете получать деньги на баланс. И комментарии тоже в дорогу. Да. Смотрите, самое главное, что вы должны понимать, что если спонсора, если вы спонсор очень активный, если у вас команда тоже такая, ну, строится очень быстро и легко, у ваши люди будут лететь под крайних людей, под ваших людей, давая им тоже бал вознаграждение, для вознаграждения эти все начисления. То есть, по сути, люди, которые вообще, в принципе, не создают такие структуры, они могут просто пользоваться этим всем финансовым оборотом в свою пользу. Каждый причем. Это очень интересно. Да. Самая суть, что бинар только сейчас начинает строиться, мы активно его строим, и все места, которые вы занимаете, чем можно раньше, тем можно... чем раньше, тем лучше. Вот, соответственно, все те люди, которые в дальнейшем у нас будут в командах и вообще в компании, они все будут падать под вас, потому что бинар, допустим, вот я не могу строить его вширь, а я всегда строю его вглубь, и люди, мои люди, они попадают друг под друга, мешаются команды, мешаются города, мешаются страны, и все друг другу приносят доход. То есть, если даже я строю бинар, заполняю только своими людьми, мои вот так вот закрыты, вот здесь вот все, вот первая линия вся закрыта, мои следующие люди опять сверху вниз, слева направо, вот здесь вот аккаунт зарабатывает и этот человек, и этот аккаунт, и этот аккаунт, и все доверху, до самого первого человека, это администрация. Очень важный комментарий.
То есть не зарабатывают все от 100 долларов, которые зашли, а получают начисление. Если 100 долларов в систему зашло, то 100 долларов начислилось тем, кто его видит в своей структуре. Начислилось для бинарной пары. Бинарная пара, это когда слева, напомню, слева и справа соответствуют, то есть как бы, ну, отображается аккаунт слева и справа, да. Это получается бинарная пара. Один человек слева, один человек справа. Все, бинарные пары сошлись. Хлопаются, да. Да. Еще очень важное примечание, что деньги все в бинаре, потому что, самое интересное, вам автоматически покупается бинар, где каждый пакет стоит 100 долларов пока. Но при вашем доходе, и только с вашего дохода вам не нужно, кроме там покупки вот этих вот матриц и, возможно, один раз бинара, да, ничего больше никогда из своего кармана платить, никаких абонентских плат, никаких покупок, никаких повторных оплат, ничего этого нет. Здесь есть система апгрейда в бинаре, где мы выходим со 100 долларов на 250-долларовый пакет, потом на 500 долларов и потом на 1000 долларов. И вот самое интересное, это как раз таки в апгрейдах, где каждый аккаунт, который уже под вами встал в бинаре и принес вам доход, приносит вам доход еще раз. То есть, когда он уйдет на апгрейд со 100 до 250, с 250 на 500, с 500 на 1000. То есть, объясняю простым языком, когда у вас стоит семиугольник здесь, семиугольник, допустим, здесь, все вот эти вот аккаунты, здесь 7, они будут уходить на апгрейд. Соответственно, с каждого семиугольника мы зарабатываем 28 раз. То есть 4 раза по апгрейду каждого аккаунта. Раз, два, три, четыре. И 4 умножаем на 7. 28 раз с одного партнера мы зарабатываем. 1000 человек в вашей команде. Представьте себе обороты. В самом начале бинара встать, занять место, начать активную работу, помогать себе и своим партнерам, помогать тем партнерам, которые будут падать под вас, ловить прекрасных партнеров, которые будут лететь от ваших вышестоящих спонсоров. Ты не договорила, 1000 людей в команде дают вам доход более миллиона долларов. Более миллиона долларов. Это, ребят, нормальная сумма. Можно разобраться в бинаре, там, посвятить время и разобраться вот этим механизмом, как работает. Если вам сейчас что-то непонятно, мы готовы ответить на вопросы. Но самое главное, чтобы вы сегодня поняли, что у нас вся система вознаграждения, она единая. И используются два маркетинга. Это Тренар, для того, чтобы там упакованная система обучения. Все автоматически, когда строят свои структуры, все летят в бинар. А в бинаре все перемешиваются. Соответственно, там именно все, извините, перемешиваются, ведь не просто так, не мертвые души приходят. Там действительно идут обороты, семиугольники встают. Это по 700 долларов каждый человек дает оборот бинару. И для бинарных пар это огромные деньги, если честно, сразу же. Прикиньте, в старом варианте бинара это 7 человек зашло, купило по одной ячейке. А тут один человек купил сразу 7 ячеек. Это у нас такая стратегия. Классная, самая лучшая, которая есть сегодня в интернете. Да. Это безусловно. Ну и, конечно же, в чем же преимущество, самое главное, именно бинарного матричного маркетинга, который у нас скреплен, стоит, слит. В общем, один маркетинг не может жить без другого за счет того, что если вы работаете только на матричном маркетинге и приглашаете людей на обучение, и они также рекомендуют нашу систему обучения и продвигаются именно по матричной модели, система в любом случае без вашего спроса автоматически купит вам места в бинаре. И если же вы пришли строить, допустим, бизнес и видите здесь крутые возможности, а здесь их не увидит только слепой или глупый человек, соответственно, если вы работаете в бинаре, то люди без покупки тренара не могут купить у вас бинар. То есть всегда они будут покупать минимум 3-4 модуля для того, чтобы им попасть сюда. То есть помимо того, что они будут вам приносить доход здесь, если вы их будете сразу же в бинар приглашать, вы всегда будете зарабатывать очень хорошие деньги здесь. По 10% и 90%. И еще прокомментирую. То же самое, что сказала Лилия. Помедленнее, очень важно. Она сказала вещь, очень важно. Просто на эмоциях так, хочется быстро всем долететь. Смотрите, фишка в том, что вот в эту махину денежную просто так не попасть, да?
Чтобы попасть в бинар, нам необходимо все равно приобрести 4 модуля минимум, да, за $211, чтобы приобрести на $700 эту модель. То есть у вас открывается зеленый свет, когда вы приобретаете 4 модуля, да. Это очень важно понять. То есть просто так в бинар не зайти сразу в первый бинар, а потом в тринар. Нет. Купить и как бы пассивно стоять, ждать там миллионов. Так не получится. А, да, потому что в любом случае вы проходите тринар, а тем самым, если ставку делаете на бинар, у вас на тринаре идет пассив, потому что вся команда проходит через этот круг все равно. И в этом тоже маркетинге очень большие деньги заложены, если честно. Там, извините меня, один раз вложил, там, допустим, $3000, прокупил все модули, которые стоят там, да, всего лишь $3000. Целая, да, система обучения, да, которая наполняется постоянно. На данный момент у нас есть уже 2 спикера. Уникальная система. Да, полный курс. Да, и поэтому $3000 вы приобрели все модули обучения на всю жизнь, да, это как поколение будете передавать все эти знания, очень важные, это отдельная тема. И прикиньте, 12 человек у вас в команде, вам дают $20000. Что, это маленькие деньги? Нет. То есть вот так работает система вознаграждений в тринаре. А что нужно сделать для того, чтобы заработать? Вот взять и за один час заработать $20000. Собрал совещание. Собрал совещание, приобрел себе систему обучения крутых знаний, которые меняют кардинально жизни людей, и тому доказательства, отзывы в интернете, уже живые люди. Ну, это я личный живой пример, потому что я сама лично свою жизнь все полностью поменяла, и уже 3-й год живу на Кипре, благодаря вот этому всему знанию, просветлению в жизни, да, какой-то аккумуляции другой, да, энергии. Это очень все важные вещи, тут не надо как бы мимо ходить и около, вокруг, нужно прямо идти через это все, это знание, и все у тебя в жизни получится, как ты хочешь. Я прекрасно это осознаю. Поэтому, если вам тоже хочется это понять и пользоваться во благо в своей жизни... Всеми благами, да, жизни, да, приходить, да, в нее и брать все, да, что вы хотите. Так вот, для того, чтобы заработать $20000 за час, за один час, вы приобретаете 7 модулей этих прекрасных знаний за $3000. Приглашаете, на предлагаете эту же возможность, да, 3 людям, а они в свою очередь делают то же самое, ищут 3 человека в своем окружении, которые хотят изменить свою жизнь и заработать $20000 за день. В вашем окружении точно есть такие люди, которым нужны такие деньги. Конечно. 12 человек за день, 3 и 3 по 3, все. Да. $20000 в кармане. И закрывать эти модули можно бесконечное количество раз без повторной оплаты. Плюс у вас открывается тут и бинар, и вы можете строить все это, и это ваш бизнес, это онлайн, бизнес в кармане. Это бесконечный бизнес. Да? Просто бесконечный. Здесь никакой не хайп. Вот здесь нет, хайповать можно каждый месяц, если честно. Но оно без... Хайп, что такое хайп, да? Просто дать такое внимание, ажиотаж этому движению. Это легко, на самом деле, сделать, у кого есть понимание, да, как это сделать. Но вот это всю жизнь можно жить, развиваться, создавать сообщество счастливых, богатых людей. Разве это не круто, ребята? Мне кажется, самая крутая эта идея сегодня в интернете вот этим заниматься. То есть нерушимый инструмент плюс классный продукт. Знания, вообще. Да, который выводит на новый уровень мышления, соответственно, на новый уровень дохода, достатка. Там рассказывается и о саморазвитии, и о финансовой грамотности, и об инструментах... Отношения. Все сферы жизни. То есть это и творчество, и отношения, и здоровье, и все. В общем, и деньги. Самый главный день. Да, в общем, мы, в принципе, предлагаем не только знания, а систему знаний. Это очень важно понять. Сегодня мы, продвигая систему жизненно важных знаний, можем вот так вот, строя структуру, зарабатывать огромные деньги. То есть вы можете вырасти из полноценного миллионера. Ребят, всем мы желаем благ и здоровья, процветания, понимания вот этого всего предложения. Обратитесь к тому человеку, который дал вам посмотреть это прекрасное видео. Пишите, звоните, вам всего доброго. Всем пока-пока. Всем пока-пока.